Всем привет, дорогие друзья! Вот мы в Саратоге. Смотрите, какая лошадка. Ну, я же говорю, это связано, этот город, с развлечениями. Do not touch or sit on horse. Конечно, мы не будем его трогать. Да. Гостиница наша называется The Inn at Saratoga, 1843 год. Вот, какая красота. Да, я сниму. Мой муж мне все пытается указывать, что мне делать. Я все вижу и все сниму. Он мне только что пальцем показал на орла. Так, вот такая красота. Вот какая гостиница. Мужчины всегда любят указывать, а делает все женщина. Вот теперь удобное положение, откуда орел видел гораздо лучше. Вместе с конем. Правда, Владик? А то он мне тыкает, вот, сними, сними, сними. Вот я тебя лучше снимаю. Поздоровайся. С народом. Так, это мы куда пришли? Ну, мы, конечно, очень долго не будем снимать, так как у меня рука устанет. Это большой город. О, я вспомнила. Мне кажется, что мы когда-то тут сидели, да? Вот этот, кстати, городок Саратога. Давай, идем поснимаем до бара. А потом в баре мы сейчас будем пить пиво и есть бутерброды. Вечером опять будем пить пиво, есть бутерброды. Смотрите на лицо мужа. Он никогда не пьет пиво среди бела дня. Это только я могу. Я женщина более веселая, чем даже все остальные женщины. Шутка. В общем, мы, когда только приехали в Америку, мы ездили на экскурсию из Нью-Йорка. И где-то мы были, я уже не помню где, ездили вокруг да около. Да, это церковь. Такое впечатление, что мы попали в другую Америку. Вот я вам показываю вокруг людей, это настоящая Америка, настоящие американцы. Не то, что живет у нас сейчас в Нью-Йорке. Мы не настоящие американцы, мы иммигранты. А то, что сейчас лезет в Нью-Йорк, это беженцы. Это даже не иммигранты. Вот. Так вот, когда мы ездили на экскурсию, нас потом автобус высадил, и мы гуляли-гуляли, и вот на этом месте, вот там внутри, потом мы встретились. Как для меня это все было в дикоминку. Но я скажу, что и сейчас я вижу, что для меня это в дикоминку. Конечно, мы с дочкой решили, что мы хотим жить в Саратоге Спрингс. А вы с Костей решили? Ой, какая церковь. Кстати, она в воскресенье работает. Но мы сейчас по церквям не будем ходить. Мы просто делаем обзор, наслаждаемся шикарной погодой. Комьюнити корт. Я хотела сначала тут снять, а потом думаю, не, мне нравится. Не слишком дорогая, но чуть подороже.
Нам обошлось $135 за ночь. Вот тут католическая школа. Какая красота. Я говорю, как мы попали как в другую Америку абсолютно. Это белая Америка. Все-таки сказала я это слово. Все-таки сказала. Смотрите, какая красота. Вау. Зачем нам лететь в Европу, если у нас под носом через час езды такая красота? Пожалуйста, ходи. Наслаждайся. Католическая Саратога Централ Кэтлик Скул. Вот Полина бы сюда ходила, наверное. Полина наша ходит в After School программ при церкви в Хиркемере. Если бы мы тут жили, она бы ходила в католическую церковь. Потому как она не принимает разноцветное. Вау, а что там? Смотри, какая красота. А стекла, я не знаю, ли передает телефон. Они бирюзовые. Телефон немножко не передает. То ли это какое-то учреждение, или это жилой дом, или гостиница. Вау, как мне нравится Саратога. Я могу сюда приезжать на каждые выходные. Да. Смотри, какой дом жилой. Ну, это не гостиница, это жилой дом. Люди живут тут. Я попала в свою стезю. И Владик тоже, да? Мы же городские жители. Я так любила Манхэттен. Я там училась. В Манхэттене, когда приезжала по утрам на учебу, брала несколько курсов английского языка, пила кофе. Может быть, мы... А, так вот так мы ехали, видишь? Тогда, в прошлый раз, мы вот так ехали и заезжали в парк туда, там, где исторический музей. Вот с какой стороны. Вот там мы идем. Может, мы попадем еще в музей. Тут, конечно, гостиницы есть и за $300, и за $500 за ночь. Вот это парк. Мы там были в том парке. Там исторический музей. Фонтан. Вот это Бродвей. Вот там вот то кафе, куда мы ходили с детьми. Там на бутерброде печать идет. И пиво разливное, вкуснейшее. Правда, мы еще не голодные, поэтому мы пока в кафе не пойдем. Мы ходим немножко в округе. Ой, какая красота! Office of the City Historian Visitor Center Heritage Area. Да, это... Это, скорее всего, музей скачек, то, что мы
У меня есть записано. Красиво. Ну просто красиво, понимаете? Просто красоте. Просто красота. Конгресс-парк, центр. Конгресс-парк. А тут ты можешь взять велосипед в аренду. Там парк очень симпатичный. По магазинам будем ходить, Владик? Не будем, значит. По лицу мужчины можно определить, хотят ли мужчины ходить. Не работает. Не сказала мне ни здрасте, ни до свидания. У нас хоть, когда нажимаешь, там говорят, wait, wait. Ох, погода классная, обалденная, моя любимая. Вот это мы идем по улице Бродвей, то есть Хлебный путь. Бродвей есть, по-моему, во всех городах Америки. А какой? Широкий. Брод. А, правильно, Широкий путь, да. Бродвей. Точно. А я всегда его называла Хлебный путь. Так. Всякие фотографии, но на фотографиях сейчас обязательно присутствуют, вы понимаете, что. Ох, хорошо, прохладненько, такая осень-осень. You loft, loft. Да, вот там вот. С той стороны это кафе. Там, кстати, даже есть еврейский ресторан, так и написано. Jewish ресторан. Смотрите, какая красота. Вот тут я бы жила, конечно. Это моя парафия. Саратога Артс, это тоже какой-то музей. Ой, какие моды. Do you have passion for fashion? I don't have. Так. Чувствуешь, какой уже запах еды? Это все у нас спортивные товары. А, уже чувствуешь, какой запах. Бутики, бутики всякие. Бутики. Гэп, гэп. Ну да. Смотри, какой-то там костел очередной. Вот так дома строят у нас. Строительство, да? Так, что, нет никого? Все нарушают, и мы нарушим. Великая Starbucks кофе. Прошлое воскресенье, когда мы были с Аленой и с Костей, людей было полно. Ну, было жарко, конечно. Так, а что тут такое? Магазинчик. Внизу там магазинчик.
всякие кэнди. Да. Всякие кэнди. Мьюзик, камеди. Мьюзик и камеди. Salt and Chair, Saratoga Farm to Table Steakhouse. Интересно. Ну вот. В общем, поснимала вам немного. 15 минут. Ой, какие розы. Красотища. Красота, в общем, что говорить. Тут люди сидят, кушают. Ну и дальше. Смотрите, какие здания красивые. Сейчас еще раз немножко сниму. Отвернула от людей, которые кушают прямо возле дороги. Потому как неудобно мне снимать. Сейчас немножко пройду сюда. Так, это у нас что? Coin and Jewelry, магазины всякие. Ну и дальше там, смотрите, какое здание. Там, наверное, жилые квартиры. В общем, мы попали в другой мир. Всего час езды. Вот. Красота. Сейчас хоть можно... Смотрите, как оформлено все. Очень даже красиво. Можно ходить и снимать, и снимать. Можно устать снимать. Но тут одни... Окей, все, я молчу. Creative Thought Matters, Skidmore. Сейчас я еще чуть-чуть дойду. И закончу. Обзор. Broadway. А, вот этот Motor Lodge я тоже смотрела. Так, что у нас тут? Переход. А, красный, белый. Окей. Вот. Красота, красота. Красотень. Красотень. Вот эту красотень мы не будем снимать. Непонятно, откуда она взялась. Один человек лежал. Испортил. Если бы попал ко мне в кадр, испортил бы. О, Сантина. Сантина, да, или Кантина? The Washington. Даже из книжный магазин. Смотрите. Ну все, я сейчас закончу. Всем пока-пока, до следующего видео.